Ну-ка, дай-ка сюда. Ну, давай, 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 давай. Так. Видал? Вот так. Уходите отсюда немедленно все! Прополоскать горло пенициллином! Ну, живо! Алло, Москва, ответьте, пожалуйста, Киеву. Минуточку. Институт? Товарищ Билан, Москва на линии. Разговаривайте, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей Васильевич. Сергей Сергеевич, добрый день. Как дела? Ничего хорошего, Андрей Васильевич. У нас произошло внутрилабораторное заражение. При каких обстоятельствах? Но обстоятельства... Как вам известно, группа Баландина работает над вакциной против болезни Джоссера. Но вот сегодня утром во время очередного эксперимента произошла авария аэрозольной камеры. Новые камеры Баландина? Совершенно верно. Вирусное облако проникло в помещение. Кто там находился? 5 человек. Персонально? Профессор Баландин? Врачи Дорошенко, Махов, Лозицкий... И лаборант Крезник. Изолировали их? Да. Примите меры предосторожности, чтобы вирус не проник за стены лаборатории в город. Меры приняты, Андрей Васильевич. Докладывайте обстановку через каждые 3 часа. Ясно. Алло, и выясните причины аварии. Комиссия по расследованию причин заражения приступает к работе. Угу. Прибыли академик
Нестор Евгеньевич Верхрадский. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. И профессор Мурашко. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Звоните. Хорошо. Итак, господа, раз уж мы все собрались здесь, то со свойственным мне оптимизмом я должен заявить вам, что дело, по всей видимости, будет передано в прокуратуру. Вы горло полоскали? Нет. Какого ж черта вы болтаете? Полоскание ванночки. Камеру надо было проверить. Ну так что? Николай Петрович, ни с того ни с сего давление в камере упало. Прошу всех подготовить объяснение. Ничего не скрывать. Клянусь говорить правду, святую правду, ничего кроме правды. Мы все остаемся здесь, пока не закончится инкубационный период болезни. И на это время будет действовать только один закон. Закон карантина. Беспрекословное подчинение мне. При первых же признаках болезни Джоссера сообщать немедленно. Разместимся так. Мужчины наверху, вы в лаборантской, я здесь. Работа над вакциной будет продолжаться. Лиля, подготовьте эмульсии мозга. Хорошо. Местком теперь разориться. Я говорю, местком теперь разориться. Венки, гражданская панихида, духовой оркестр. Чтоб ноги вашей здесь не было. Ноги не будет. Игорь! Игорь, что с тобой? Успокойся, Николай Петрович, что это? Хорошо. Ты будешь большим человеком, Махов. Сергей Сергеевич? Нормально. Завтра очередная проверка вакцины. Все свободны. Да. Нет, все хорошо. Объяснительное? Объяснительное обязательно. Да. Пока. Мы проводим исследования зараженных сотрудников, постановку различных реакций. Ну, разумеется, лаборатория обеспечена всем необходимым, питанием. А какие меры приняты для спасения сотрудников? Мы обратились в Академию медицинских наук, в Институт по изысканию новых антибиотиков. Так. Кроме того, я намерен связаться с известным вирусологом Джоном Красли. Он мой личный знакомый. Какая чепуха. Иван Иванович, это же все слова. У товарища может сложиться превратное представление о создавшейся ситуации. Вся надежда только на счастливый случай. Если вирус залезет в нервную клетку, никакой Красли и никто вам не поможет. Нестор Викенч может подтвердить. Да, все это звучит как и невероятно. В наше время, чтобы ничего не было. В наше время. У меня племянница умерла от саркома месяц тому назад. Ей было 20 лет, она писала стихи. Мы ничего не могли сделать. Вы не переоцениваете наше время. Дарья Сергеевна. Степан. Простите, Дарья Степан, но как же вакцина? Ведь они же работали над вакциной от болезни Джоссера. Считайте, что они ее создали. Как раз сегодня они начали серию решающих экспериментов по проверке вакцины. Угу. Вот это очень важно. Если бы не это несчастье... Но препарат, с которым работал Баландин, это настоящие вакцины. Расстояние как от зародыша до человека. Неизвестно еще, какой человек получится, хороший или плохой, если он вообще получится. Дарья Степановна, я вас просто не узнаю. Случилось такое несчастье, у меня голова кругом идет. А вы нам, извините, читаете научно-популярную лекцию, и потом это ваша, извините, ирония... Товарищ Билан. Да. Кто руководитель работы? Я. Я руководитель работы.
И я несу полную ответственность за эксперимент. Видите ли, внутрилабораторные заражения редчайшие, так сказать, эксквизитный случай в нашей стране. Подобный случай произошел 28 лет тому назад в противочумном институте. Любая объективная экспертиза подтвердит необходимость подобных опытов. Помилуйте, кто мог предвидеть? Произошло короткое замыкание. Кто виноват? Я вас всех спрашиваю. И вас также, Нестор Викентич. Конструктивно камера Баландина безукоризненна. Послушали вы, что говорили о ней американцы на последней конференции. Но то, что произошло несчастье, тут уж ничего не поделаешь. Мы эпидемиологи. И вся наша работа – сплошной риск. Как на войне. Могут и убить. Завтра футбол. Завтра футбол. И послезавтра футбол. И через 100 лет футбол. Футбол. Сектор 3, ряд 29. Сектор 3, ряд 29. Ты домой звонил? Звонил. Между прочим, меня нет. Я уехал далеко-далеко, где кочуют туманы. Mm-hmm. Представителем министерства. Оксане звонил? Нет. Ей это знать ни к чему. Черт, мне и звонить некому. А знаешь что, Махов? Между прочим, в 1931 году в Лондоне отпраздновали 300-летие со дня открытия хинной коры. Это вы зачем же? А просто у нас когда-то был ночной сторож, который умер днем. Ну-ну. Да-да. Николай Петрович? Слушаю. Николай Петрович, ну что же вы это, а? Дарья Степановна? Да, я. Вы ничего лучшего не могли придумать? Ну, прямо мичман из рассказов Станюковича. Смотрите, еще в газетах про вас напишут. Будете получать письма от тысячи девушек. Хм. Как вы себя чувствуете? Нормально. Что у вас? Только что поругался с Осадчим. Испортил настроение всему начальству. А, это вы умеете. Николай Петрович, может быть, вам что-нибудь передать? Может быть, апельсины? Нет, нет. Нет, никаких витаминов, ничего не нужно. Ну, тогда я вам книгу передам, можно? Смотря что. Стихи. Мне снилась осень в полусвете стекол, друзья, и ты в их шутовской губе, и как с небес добывший крови сокол спускалось сердце на руку к тебе. Здорово, правда? Да. Я что-то не очень понимаю, как это сердце может спускаться на руку. Вы всегда такой. Впрочем, это даже лучше. Николай Петрович, все будет хорошо, поверьте. До свидания. Чем вы заняты? Мы здесь выясняем коренные вопросы бытия. Это, конечно, очень важное занятие. В душевой испортился кран. Я прошу вас, займитесь, пожалуйста. Сергей Ильич, а к вам у меня другая просьба. Надо наладить камеру. Я к камере не подойду, Николай Петрович. До начала следствия все должно быть так, как было во время аварии. Наплевать на следствие. Мы будем продолжать работу с вакциной. Это важней. Как знаете. Хорошо. Я вас освобождаю от несения обязанностей по лаборатории. Вы путаете разные вещи, Николай Петрович. Ваша камера еще не вся лаборатория.
Я готов выполнять любые другие. Браво, Махов. Ты будешь большим человеком. Ну, оно, конечно, луна вперемешку с облаками. Оставайся. Однако... Оставайся, я пойду починю кран. Как там мои мужички без меня? У Илюшки был сегодня утром такой кашель, не надо было в школу отпускать. А у Павлика диатез. А кто же с детьми остался? Федя телеграмму послал сестре. Он без меня пропадет. Ничего не умеет делать. Ой. Евдокия Ивановна. А вы счастливы со своим мужем? Скажите, вы счастливы? А что такое счастье, Лилечка? Не знаю. Хотя теперь это уже не имеет никакого значения. Мы все погибнем. Но это несправедливо. Мне нельзя сейчас, нельзя, понимаете? Успокойтесь, Лилечка. Успокойтесь. Я не верю, что мы заражены. Вы знаете, какой Николай Петрович перестраховщик? Выпейте воды. Посидим здесь и разойдемся. Еще смеяться будем. Вспомните мои слова. Вы ничего не понимаете. Я ведь не за себя боюсь. Я теперь не одна, понимаете? У вас... Так это ж прекрасно. Вы знаете, как вам надо сейчас держаться? И ни в коем случае не унывать. А кто отец? Я знаю? Нет. Отца нет и не будет. На прошлой неделе я в театре была. Передо мной девочка сидела. Лет 18-19. Шейка тоненькая, на шейке пушок. А парень в антракте ей цветы принес. Представляете? Ну и вам будут носить цветы. Ради бога, Евдокия Ивановна. Не жалейте меня. Вы думаете, я несчастна? Нет. Я счастлива. Честное слово, счастлива. Потому что теперь я уже не одна. У вас будет сын. Откуда вы знаете? Ну, вот так мне кажется. Вспомните мои слова. Когда у меня Павлик родился, мы с Федей в общежитии жили. Так я его каждый день купала. На холодной кухне, в жестяном корыте. Он у меня такой босяк был, как топнет ногой, брызги во все стороны летят. Бушевал, как хотел. И какой здоровяк вырос. Мальчишки, это хорошо. А мне жестяной не нравится. Я лучше куплю эмалированную ваночку. Лучше всего деревянное корыто. Нас мать в детстве купала в деревянном корыте. И меня тоже деревянным купали. Ну вот. И тепло держит, и... Запах чудесный.
Ну, Лилечка, ложитесь. Вам теперь надо много спать и не волноваться. Хорошо. Только я ведь все равно не усну. У меня дома ночничок. Так уютно. Приемник слушаю. По ночам хорошую музыку передает. Симптомы. Заболевание начинается с легкого недомогания, бессонницы, головных болей. Повышается температура, наступает расстройство глотания, водобоязнь. Вслед за этим развиваются параличи. Варвара.
Алло. Слушаю вас. Алло. 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 Доктор, это вы. Игорь. Но я же знаю, что это ты. Почему ты так поздно звонишь? Ну хорошо. Давай помолчим. Тебе это редко удается. Оксана, я был круглый дурак, что не женился на тебе. Ты до утра не мог подождать? Опять молчишь. Алло. Игорь. Войдите. О, вы очень кстати пришли. Николай Петрович, я заболел. Глотать не могу. Идемте. Осторожно. Ставим. Фух. Взяли. Николай Петрович, я один. Ладно, правей. Вон туда, к камере. Хорошо. Спасибо. Завтра подключим. Фух. А вы в отличной спортивной форме. А я вот как старый калош. Да, кстати, где это вы так хорошо научились ходить на руках? А это в альпинистском лагере. У нас там игра была. Кто дойдет до танцплощадки на руках, тот и выбирает самую красивую девушку. Тогда мы, наверное, всегда танцевали с самой красивой девушкой. Так что вы говорите, вас беспокоит? Когда я был студентом, я переболел всеми болезнями, которые мы проходили. А однажды у меня даже начались родовые схватки.
Так. Как ни странно, мы еще живы. О, проснулись, Град. В воскресенье день веселья. Песни слышатся кругом. Что нового в этом замке? Кушать подано, ваше сиятельство. Шницеля, какао и по куску киевского торта. Хана, Махов. Если так начали снабжать, значит хана. Графуля, вы жрете как слон и такой худой. Я думаю, мне надо отказаться от тортика. О, Махов, ты кремень. Я бы с тобой слетал в туманность Андромеды. Интересно, что про нас напишут в газетах? Если после тяжелой и продолжительной, все подумают, что рак. А если скоропостижно, это значит инфаркт. А вообще, что такое смерть во всемирно-историческом масштабе? Перестань. Вот деформации есть тенденция вещества к изменению структуры под влиянием внешних механических моментов, действующих как... Хватит! Во время войны у меня был дружок, такой же, как ты, остряк. Последний день войны наповал. Сергей Анисимович, тебе не хватает философской закалки. Ты весь погряз в бытовщине. Дай, пожалуйста, мне мою рубашку. Спасибо. Я пошлый остряк. Знаю. А может, это у меня от страха? Может, я уже не выдерживаю сидеть здесь вот так и ждать? Может быть, я хочу на улицу? Просто идти по улице, ни о чем не думая. Вот так просто идти, ни о чем не думать. Выходить нельзя. Запрещено. Ты что, сдурел? Простудишься? Махов, надо что делать? Надо писать стихи, стреляться на дуэли, искать вакцину или ездить на мотоцикле, но что-то надо делать. Делай. Пойдем. Куда? Пойдем починим Баландин этот дурацкий самовар. Не пойду. Почему? У меня срочная работа. Составляешь завещание? Рядовой Лозицкий, вы бы лучше кровать заправили. Не лаборатория, а... сколько нам осталось времени? Не успеть. Нет смысла застилать. Пойдем. Тряпка ты, Игорек. Вот что, Махов. Некогда счеты сводить. И дело не в Баландине. Понимаешь? Евдокия Ивановна, ваш муж знает уже? Я позвонила ему. Сказала, что мы выполняем новую инструкцию Минздрава. И несколько суток пробудем в лаборатории. Он мне, конечно, не поверил. Сказал, что ты, Евдокия, не умеешь врать. Тебя голос выдает. Вы знаете, я хочу в институт поступить. Посоветуйте, куда? В медицинский, конечно. Куда же еще? Нет, нет, нет. Медицина не для меня. Когда-то я мечтала в театральной, а окончила фельдшерскую школу. Все хотят стать артистами. А кто же будет лечить? Вы знаете, что такое врач? Ну, просто хороший врач. У нас в Киеве был Феофил Гаврилович Яновский. Так когда он умер, его отпевали в церкви, в костеле и в синагоге. Мне мама говорила, но я думала, что это легенда. Вот вам и легенда. Врач — это не просто профессия. Это религия. Вы знаете, когда я работала в больнице, и у меня умирал больной, я не могла в это поверить.
Я ощупывала его пульс, и мне казалось, что в глубине бьется маленькая живая ниточка. Только потом я понимала, что это бьется мой собственный пульс. А почему вы ушли сюда? Мне здесь нравится, и я чувствую себя сильной. Помогите мне, пожалуйста. Вы свободно можете идти в душевую. Кому не рассказывали? Это о чем? О моем ночном визите к вам. А, бросьте вы об этом. Я вас очень прошу, не рассказывайте, пожалуйста, никому. Век космоса. Электроника, кибернетика. Сиди здесь, подыхай из-за какой-то паршивой трубки. Вот у меня ребят физики так смеются надо мной. Мы, говорят, новые миры открываем. А вы от насморка вылечить не можете. Ну да, физики, химики, лирики. Век космос. В селах дети чесоткой болеют. Болтают всякую чепуху. О неизбежности странного мира. А нам с вами нужно, чтобы люди были здоровы. Чтобы они жили, а не мучились. Фильтры. Есть. Продувка. Николай Петрович. Да? Можно вам задать один вопрос? Только вы не обижайтесь, пожалуйста. Хоть три. Почему люди вашего поколения, в том числе и вы, очень любят нас поучать? Работайте, работайте. Какой у вас странный взгляд, Сергей Анисимович. Как будто смотришь глубоко в воду. Я раньше не замечала. В институте я занимался гипнозом. Если хочешь, могу тебя загипнотизировать. Меня? Ну зачем? Хорошо. Вы уверены, что загипнотизируете меня? Уверен. Встань. Встань, встань. Отойди. Ну, а теперь что я должна делать? Ничего особенного. Ты уснешь? Будешь делать все, что я тебе прикажу. Понимаешь? Все, что я тебе прикажу. Ты очень устала. Тебе хочется спать. Очень хочется спать. У тебя подкашиваются ноги. Ты чувствуешь, как смертельно хочется спать. Ты не в силах устоять на ногах.
очень хочется спать. 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 Ты в лесу. Чувствуешь, какой здесь воздух? Дыши глубже. Еще. Можешь открыть глаза. Открой глаза. Посмотри, сколько здесь цветов. Колючий кустарник. Осторожней. Какие руки у тебя холодные. Ты меня любишь? Почему ты так долго не приходил? Будет ребенок. Хватит. Слышишь? Слышишь? Джоссер. А вот это вакцинированное. Ну и что? Как ну и что? Ведь это ж победа. У вас удивительные способности, Евдокия Ивановна. Обо всем говорить с восклицательным знаком. Николай Петрович, ну почему у вас такое мрачное настроение? Ведь действительно, 12-я серия превзошла все наши ожидания. Вы как ребенок. Посмотрим, что будет завтра. Вы что, не верите в нашу вакцину? Это в Бога можно верить или не верить. А вакцина просто будет. Весь вопрос, когда? Когда? Вот в чем вопрос. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Игоря позовите. Хорошо.
Я вас приветствую! Ты чего пришла? Не слышу! Я очень рад тебя видеть! Я тоже! Ты можешь выйти? Не могу! У меня через 5 минут запланировано важное открытие, я не могу отвлекаться! Ты какой-то странный! Ну выйди! Мне нужно с тобой поговорить! Нельзя! Девушка, проходите отсюда. Вы нарушаете. Что там случилось? Что-нибудь серьезное? Карантинные они. Зараженные, значит. Проходите. Игорь, Махов заболел. Голова болит. Голова болит. Я думаю, что у вас ничего серьезного нет, Сергей Анисимович. Легкий катар. Но для полного успокоения, Лиля, поставьте, пожалуйста, реакцию. При чем здесь горло? Вы мне в душу загляните. А где этот орган у вас расположен? Острите. Конечно, вам же ничего не угрожает. Пока мы нюхали этот вирус, вы где-то прохлаждались. Сергей, ты с ума сошел? Я не сошел с ума. Наконец, я имею возможность сказать все, что я думаю. Кто дал вам право распоряжаться нашими жизнями? Кто? Кому нужна была эта сумасшедшая спешка? Сергей! С непроверенной камерой, я говорил вам! Успокойтесь. Вы просто испугались. Нет, я не испугался. Я верил вам. Мы все верили вам, а вы... Славы вам захотелось. На нашей шкуре премию заработать. В академики попасть. Сергей, прекрати немедленно. Нет уж, вы все думаете, как я. Сказать только боитесь. Во имя чего мы должны здесь погибать? Вам, Махов, не надо было идти в нашу лабораторию. Сергей Анисимович болен, а вы... А вы еще скажите, что нам нужно было рисковать жизнью во имя жизни других людей, во имя человечества. А они что, не люди, не человечество? Дорошенко не человечество, ее дети не человечество, Игорь не человечество, Лиля не человечество. Сверхчеловек. На нас опыты можно ставить. Дайте ему аспирин, пирамидон. Оставьте меня в покое. Уйдите. Уйдите все, ну. Я все знаю. Я не нужна тебе. И ребенок тоже. Да нет же, нет. Я не могу один. Один все время. Перестань. Если что-нибудь случится. Нет, не говори так. С тобой ничего не случится. Нет. Нет, нет, нет. Я должен сообщить членам комиссии, что вакцина против болезни Джоссера почти готова. Правда, Баладин еще колеблется. Но у меня лично никаких сомнений нет. Вакцинированные животные живы, контрольные погибли. Это кардинальный факт. Надо сообщить в Москву и срочно подготовить публикацию для Международного вирусологического журнала. Приоритет по праву принадлежит нашему институту. Это выдающиеся достижения. И надо морально поддержать сотрудников лаборатории в такое трудное для них время. Сергей Сергеевич, как они себя чувствуют?
Ну, специфических изменений не обнаружено. Не обнаружено? Пока не обнаружено. А может, все кончится хорошо? Заранее ничего нельзя сказать. Все зависит от дозы вируса, который вошел в помещение. От индивидуальной чувствительности каждого. И еще от... Черт знает от чего. Ну, а вакцина? Может быть, все-таки она поможет? Нет, вакцина применяется до заражения. Сейчас она им бесполезна. Да. А показания сотрудников лаборатории собраны? Записаны, можно прослушать. Давайте. Директор сегодня принимать не будет. Скажите, что у вас произошло? Почему они в карантине? Кто там у вас? Лазицкий. Надеемся, что они останутся живы. Но надо ждать. В 10 часов утра я был вызван на заседание проблемной комиссии. В это время в лаборатории производилось очередное заражение животных вирусом Джоссера. Возвращаясь с заседания, я встретил бегущих лаборанток и понял, что случилось несчастье. Войдя в лабораторию, я убедился в этом. Юрий Васильевич, прошу обратить внимание. Баландин мог не подвергать свою жизнь опасности, не входить в лабораторию. Но он поступил так, как подсказала ему научная совесть, долг руководителя. Вредные романтические иллюзии, недостойны зрелого ученого. Бросился, видите ли, на тонущий корабль. Вследствие неполадок в системе электропитания не сработало отсасывающее устройство в аэрозольной камере. И вирусное облако проникло в помещение. Всю вину за происшедшую аварию я, как конструктор камеры, беру на себя целиком и полностью. Я, Махов Сергей Анисимович, могу сообщить только следующее. Авария произошла вследствие непредвиденной причины. Правильно. Произошел несчастный случай, никто в этом не виноват. Давайте послушаем. Баландин слишком много на себя берет. Мы лежим на дне океана. Что за чепуха? Мы – это маленькая подводная лодка с тонкими кирпичными стенами. Где-то далеко вверху светят огоньки. Это проплывают над нами большие корабли, которые несут человеческие сны. Мы лежим на дне океана. Время от времени звонит телефон. Нас вызывает земля. Нас пятеро. Мы слышим голоса близких, но нас отделяет от них непреодолимая стена. Линия, через которую мы не смеем переступить. Мы в ответе за безопасность громадного города. Наша маленькая подводная лодка еще насыщена жизнью. Работают механизмы, суетятся зверюшки, дышат люди. Но мы уже не те, какими были 2 дня назад. И если наша лодка будет спасена, и мы ступим на землю, мы посмотрим на все теперь другими глазами. И на вас, Иван Иванович, мы посмотрим другими глазами. На меня? Да, на вас. Я Дорошенко, Евдокия Ивановна. Что я могу сказать? Хватит. Все случилось так неожиданно. Прекратите! Прекратите этот сеанс спиритизма! Нестор Викентьевич, ваше предложение! Вы настаиваете? Извольте. Первое. За успешную разработку живой вакцины против болезни Джоссера заведующего лабораторией профессора Баландина Николая Петровича представить к золотой медали Ивановского, сотрудников к премии. Второе. Профессору Николаю Петровичу объявить выговор за проникновение в зараженную лабораторию. Но это не главное. Вот вас, Иван Иванович, вас нужно снять с работы. Потому что вы, как руководитель отдела, вы не обеспечили безопасность проведения опытов.
Да, снять. И широко об этом оповестить медицинскую общественность. Вот мои предложения. Пожалуйста. Войдите. Вы меня звали, Николай Петрович? Да. Одну секунду, присядьте. Вот здесь все материалы по вакцине. Надо оформить и передать комиссии. Займитесь этим, пожалуйста. Хорошо. Вот мне начинает казаться, может быть, не надо было торопиться с вакциной. Может быть, Махов прав. Я не должен был рисковать жизнью товарища. Нет, нет, Николай Петрович. Мы не имели права ждать с вакциной. Займитесь этим, пожалуйста. Хорошо. Николай Петрович, почему вы вошли в лабораторию? Вы же подвергали себя опасности. Ну, видите ли, психоанализ – это не моя специальность. Но я думаю, что если бы это произошло еще раз, я поступил бы точно так же. Как у вас дома? Хорошо. Все в порядке? Федя вызвал сестру, она занимается с детьми. Да, дети у вас хорошие. Илюшка-младший балованный очень. Ну, это уж сами виноваты. Ну, конечно. Ой, так соскучилась. Скорее бы отсюда. Все потолок, потолок. Хочется увидеть небо над головой с облаками. В лесу сейчас хорошо. Угу. Трава, грибы. Думы окаянные, думы потаенные, бестолковая любовь, головка забубенная, бестолковая любовь. Забит. Головка. А ты выпей тетрациклину. Сейчас бы водички холодненькой. С газом. Грамм 100. Ничего, старик. У нас с тобой еще все впереди. Ну, попадись мне! Где вы были? Кто? Я? Да, вы. Николай Петрович, я здоров. Врач. Вы больны. Я думал, что из вас будет настоящий следователь. А вы до сих пор ходите в коротких штанишках. Я ни с кем не контактировал. Честное слово. Вы преступник. Николай Петрович,
Я понимаю, извините, я как последний пижон. Я не... Давай стакан. Где взял? За своеобразие текущего момента. Хорошо. Ну вот. Так. Спас жизнь еще одного великого человека. А между прочим, другой великий человек только что дал мне прикурить. До каких пор, говорит, вы будете жить в коротких штанишках? Его не бойся, ты перед ним не виноват. Да брось ты, Махов. Надоело. Вот мы с тобой подохнем, и ничего. А о нем будут помнить. Будут, будут. А что ты делал в 25 лет? Учился. На втором курсе. Да. А вот он в 25 лет сделал открытие. И какое открытие? Я в окопах сидел. А он по тылам околачивался, диссертацию писал. Открытие. Я учился и на скорой помощи работал, фельдшером. Ты знаешь, что это такое? Придешь ночью, с ног валишься, утром зачет. Открытие. Попробовал бы он. Посмотрел бы я на его открытие. Вес взят. А решил плюнуть на все болезни. Почувствовал себя лучше. А что, дождь не идет? Погода хорошая. Ох-ох-ох, ты что, Игорек? Прихворнул? Термометр дать? Ты будешь большим человеком, Махов. Лилечка, запишите. Лозицкий 36,7. Махов 36,9. У меня 36,6. Ну, а себе вы сами запишите. Николай Петрович, вы сегодня мерили температуру? Сейчас померю. Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Как себя чувствуешь? Лучше. Сергей, постой. Что? Послушай. Ты вчера это серьезно? Или просто... Я сказал все, что думаю о нем. Могу я себе позволить раз в жизни такую роскошь, сказать все, что я думаю? Между прочим, ты тоже так думаешь. Я же чувствовал, это только молчишь. Да я просто тебя пожалела. Я думал, что ты болен. Не жалейте вы меня, не жалейте. Я не стою этого. В институте ты была другой. Ты тоже. Да. А теперь, Евдокия, ты получаешь слишком хорошую зарплату, чтобы говорить то, что ты думаешь. Послушай, да тебя надо держать в колбе, как чумную культуру. Thank you.
Ну-ка. А похож. Смотри-ка, интересно. Ребята, идет! Приготовиться быстро! Вива академия! Вива профессоре! Вива академия! Вива профессоре! А почему в цилиндре? А это в члены Лондонского королевского общества принимает только в цилиндре и в полосатых брюках. Товарищи, прошу всех к столу, а то картошка остынет. Можете сказать своим друзьям-физикам, что мы сделали штуку не менее важной, чем из железки. Игорь, а? Давай. О, это по моей части. Ну что ж, вакцина Джоссера готова. Утром мы выйдем отсюда. Уладите свои домашние дела, а послезавтра опять. Спасибо за выдержку, за терпение. Ваше здоровье. Теплый. Ангиной больше не будешь болеть. Представляете, Николай Петрович, какое лицо будет у Свиридова, если он узнает, что мы его опередили. Да. Отличный человек. Во время войны я с ним работал на чуме в Азии. Смешной. Ездил на верблюде в пенсне и галстуке. Так вот, он там заболел. Ну да. Представьте, вытянули. Это был первый в мире случай излечения легочной чумы. Так я считаю, по такому случаю не грех и повторить. Выпей, старик, все вирусы подохнут. Ах, умирать так с музыкой. Игорь? О, нет, нет, спасибо, спасибо. Вы пейте, пейте. Не обращайте внимания. Лиречка, что это с вами? О, вы губы накрасили. Я сотру. Ни в коем случае. Не-не-не, вам это очень идет. Как вы находите? Ну, мы вообще по женской части бьем все лаборатории. Игорь, спойте. Давно смолкли залпы орудий, над нами лишь солнечный свет. На чем проверяются люди, если войны уже нет? Приходится слышать нередко, сейчас, как тогда, ты бы пошел с ним в разведку. Нет или да? Не ухнет уже бронебойный, не быть похоронной под дверь, и кажется все так спокойно, и негде раскрыться теперь. Приходится слышать нередко, сейчас, как тогда, ты бы пошел с ним в разведку. Нет или да? Покой только снится, я знаю. Готовься, держись и дерись. Есть мирная передовая, беда и опасность и риск. Приходится слышать нередко, сейчас, как тогда, ты бы пошел с ним в разведку. Нет или да? В полях обезврежены мины, но мы не на поле цветов. Вы поиски звезды глубины, не сбрасывайте со счетов. Поэтому слышим нередко, если приходит беда, ты бы пошел с ним в разведку. Нет или да? Поэтому слышим нередко, если приходит беда, ты бы пошел с ним в разведку. Я вчера наболтал, черт знает что, не обращайте внимания, тормоза совершенно не работали. Николай Петрович, у меня есть несколько предложений по дальнейшему исследованию Джоссера. Хорошо. Ваши предложения будут
стены. Так живут одной семьёю, как хорошие соседи, люди, кони и медведи. Дороги позабыли, кто украл, а кто украден, ни одна помпона пыли, наверняка на краде. И никому из них не страшен, никакой не дух, ни хлорость. По ночам поют и пляшут, и в костёр бросают хлора. Как цыганка добрым людям, прохожим, порожим. Все, что будет, расскажем, поможет. Что же с ней недавней было, что с ней цыганкой будет. Соловьи, соловьи, не тревожьте соловья. Николай Петрович! Душечка! Давай! Николай Петрович! Открой! На парзашок! Николай Петрович! Thank you.